лет, вы на канале «Принцесса Виктория», и мы вышли погулять. На улице такая прекрасная погода, солнышко, и мы решили покормить уточек хлебом. Всем привет! Да, на улице сегодня так хорошо, так тепло, такое яркое солнышко светит. Мы пришли вот в парк покормить уточек, ну не только уточек, голуби вон ходят. Доставай, Викуль, хлебушек. Они, наверное, голодные. Смотри, они прям возле нас, они как близко подходят. Сейчас им дам. Так. Да, ему один кусочек и себе. Сейчас мы посмотрим. У Вики карантин в школе. Следом за карантином каникулы. Викуля у нас 2 недели будет балдеть, да? Правда, на сегодня тебе уже уроков насдавали. Учитель прислала. Достаточно много. Вон, смотри, все, они полетели, слетаются. Тём, кроши. Чё стоишь? О, заговорили. Смотри, как заговорили. Вот, держите. Я уточек хочу кормить, а не птичек. Ну, птички-то тоже кушать хотят. Я сама делаю. О, уточка, поплывай давай. Смотри, смотри, они все сплываются. Посмотри, мама, выпусти. И какие красивые. Такой большой клюв. У кого? Уточки? Ого. Вот еще. На. Успела, ты хочешь нарежать? Вот уточка, ну ты чего? Ай! Уточка она красивая. Уточка она красивая. Сейчас немножко покормим, да, птичек? Викусь. Немножко сейчас птичек покормим, пойдем погуляем на площадку, да? Ой, мама, там браслет какой-то плывет. Кто-то потерял. Да, дочь, а потом пообедаем, пойдем домой и пойдем учить уроки. Нет. Не пойдем? Возьми. Давайте по последнему кусочку и пойдем гулять дальше. Да? А то нам не хватит. Ты тоже хочешь поесть? Половину мне, половину вкусно. Да ты что? Ты уже голодная? Ты только позавтракала вроде недавно. Тёма, мы пойдем гулять дальше? Да. Поехали.
Тём, пойдем домой. Тёма не хочет, еще не нагулялся. Тёмочка, мы уже с Викой прям что-то начинаем замерзать. Пойдем? Ну, сейчас мы Тёму уговорим и пойдем обедать и пить горячий чай, да? Согреваться, да? Всем пока! Пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока!